я очень люблю эти фестивали, потому что из года в год я вижу этот рост, вот как они прибавляют, как у них мотивация появляется трудиться. Вы же видели их глаза, у них счастливые лица, они в этот момент они счастливы. А для нас это самое главное. Я очень довольна. Сегодня приехали наши и совсем маленькие студии. Некоторым студиям там даже года не исполнилось. У нас танцуют все, независимо от возраста, может быть, даже какого-то где-то, знаете, еще не научились чему-то. Но на фестивале ездят, болеют за свою команду, честно трудятся. Атмосфера потрясающая. Приехали разные студии из разных городов. Все дружат друг с другом, и никто никого не обижает. На самом деле это очень круто, когда проходит фестиваль, очень много народу. Все счастливы, это же Тотес. Любовь своим друзьям, коллегам, к тому делу, которое мы делаем, к искусству, к хореографии. На этом мы стоим уже, и это наш оплот. Я знаю, что я получу заряд определенный, вот, потому что вообще коллективное творчество – это прекрасно. И вот здесь именно вот происходит такое, знаете, вот коллективное творчество. Здесь замечательно. Во-первых, вот это для нас, для танцовщиков, гениальная история. Здесь очень много воздуха, здесь простор. Обстановка очень хорошая, уютная. Несмотря на вот эти масштабы, ну, казалось бы, да, здесь как-то все так грамотно сделано. Везде уютно, здесь хочется находиться. Надеюсь, что это превратится в ежегодную какую-то традицию, и мы будем сюда приезжать еще. Думаю, что у нас будет такое хорошее, такое плодотворное сотрудничество. Очень довольны, благодарны, и, по-моему, все замечательно.